Если кланы в Москве начнут передел между собой влияние собственности и так далее, Путина, естественно, они уберут в том или ином виде, но это распространится на всю Россию, и она распадется таким же образом на мафиозные или организованные преступные группировки, в основном по границам республик и регионов. И там та группа лиц, которая сегодня представляет формально государственную власть, то есть губернскую власть, а на самом деле это мафиозная власть, дарованная им из Кремля, да, эти группы начнут делить между собой, да, имущество с другими регионами или внутри себя. И Россия превратится в одну такую большую, скажем так, можно сказать слово такое, помойку, внутри которой будут всякие группы бороться за те или иные ресурсы или зоны жизни.